Всегда трогает. Конечно, трогает и за сердце, и за душу, потому что мы живем вот в данное время, и это не может не трогать, что переживаем все эти события вместе с детьми, а дети это чувствуют по-особенному. Поэтому, конечно, выставка еще раз нам показывает о том, как они переживают и как мы должны их беречь. Эта атмосфера, которая сейчас присутствует в выставочном зале, детский смех, пусть это вот так и будет. Пусть они смеются, улыбаются, радуются и рисуют рисунки, открывая, скажем, свою душу и оставляя там весь свое напряжение, свой негатив, вот, который, конечно, испытывают. Может быть, они нам не показывают его, но это дети. Я хочу пожелать, чтобы они развивались, чтобы... Я, наверное, больше, по большей части я хочу пожелать родителям, вот, чтобы родители их чувствовали, чтобы родители их развивали, раскрывали и не загружали их, самое главное. Потому что дети очень переживают все эмоции родителей, все ссоры, переживания. И еще плюс ко всему перемешивается то, что у нас происходит в мире в нашем, переворот полный. Поэтому я вот советую, наверное, взрослым. Взрослые, они мудрее должны быть. Поэтому вот эту мудрость, это правильное воспитание они должны передать своим детям. Правильное воспитание. И положить это зерно доброты, чести, уважения, вот, чтобы дети, они не развивались вот в агрессии и злости, а в доброте, в таком позитиве, в солнечном свете и ближе к земле, потому что земля, она дает нам очень много.